マスク、今度その会計を受けた会計ですかね。で、вторую очередь для наших голубятников, которые очень часто хвалятся, что мы даем хорошие, замечательные, да, дорогие мои. Ну, этих пескунов я уже в небе показывал. Просто молча многие посмотрите и, может, делайте выводы, каких голубей надо отдавать. Не в обраковку все надо отдавать, надо отдавать хорошие. Ну, вы как бы помните, что у меня как бы пескуны пищать не прекратили, уже были в чужих голубятнях. Ну, этих как бы я успел там, ну, месяца полтора погонять. Ну, все пескуны там, самый старший, апрельский. Апрель, май, значит, и еще эти, да, по красоте у нас, когда очень многие говорят, красиво, красиво. Дорогие мои, ой, что ж такое? Пальчик, Миша. Да. У нас обычно это, да, у меня два кудурчика, обоих отдаю. То есть я как бы, ну, не мастерик я, понимаете, но не мастерик. Для меня голубь красивый, в небе красивый. На земле какой бы он ни был, хоть там позолоченный, для меня она не имеет значения. Да что ж такое, вы так себя убиваете, а, дурачки. Да, то есть для меня как бы голуби абсолютно не имеют значения, какого она цвета в небе. Ну, как говорится, на вкус и все товарищи нет. Для меня голубь должен быть нет. Так, значит, здесь Женя, челенок, вот этот белый перен на хвосте. Этот голубенок тянет двойные столбы. То есть выход столб без круга. Опять выход столб и опять. Хорошо. То есть это вот родители, вон опять вот эти птицы там, опять снести. Это спадник. Ну, второй пескун будет подарок Паше из Тамбова. Вот этот кофейный пескунчик у нас помало сидит. Это для Паши. Значит, вот этот пескунчик, он хоть из-под черных, это, да, под темных голубей. И другой пескунчик тут есть, майский пескун. Шея, вот она, красный голубь. Мазана, обмазана, желтый как-то. Это вот от этой перышейки. Ну, я их отдельно скину. Там, скорее всего, должны быть голубь с голубкой. Если будут, наплевать на цвет. Ну, как бы, пара будет обалденная. Если перепарывают, то распаруешь между цветами. Значит, щечка должна быть голубка, потому что одна гнездка. Ну, вот такой. Серый чик такой. Это спад этих родителей идет, красно-белоголовые, и это, да, там чайка-голубка. Значит, кудун, вот этот один, это от старшей сестры бессмертной голубки, и это от чапа. Он сейчас ленивый. Ну, у них, во-первых, у всех линьки начались, короче, но он сейчас ленивый. Есть там, ну, плоховато он сейчас летит, скорее всего, там, даже если он не раскроется, даже если он не будет там долгое время показывать, для той голубки, которую тебе надо будет порвать, это будет голубь, уже начинает ворковать. Черненький один, вот, это от внука кофейного голубя, вот там голубя, с разрезным пером, черный, это, да, голубь, это, вот, значит, тут есть шея белая, и есть синие ставки, такая ржавая голова, белые, да, такое, ну, как дикаренок с белыми ставками, крыльями. Это вот родители, папа чернохвостый голубь, мама вот это, ну, у тебя по этим родителям уже есть, как бы. Это вот, кстати, вот что один, что второй, они били, а что третий, били дупле там. Потом выравнивали, ну, я как бы раскрыл эти голуби. Тут есть еще такой буреньким хвостом. Буреньким хвостом, где она, вот она. Это от белого голубя, от депутатской дочки. Скорее всего, может быть голубка, точно не могу сказать. Еще... Да что ж такое, да что ж вы спокойненько,
люди показывают клетку, открывают, сидят, молча в клетку. Что ж вы дебилы там, какие-то неправильные пчелы пошли. В общем, это вот этот, и тут такой беленький, ржавая гуска. Ржавая гуска, такой, вот сейчас, как бы, в линке, напомню. Это, ну, помните, у меня красноперый шейка был голов, который от земли оторвался. Буквально пару тикалиных кругов, и чистый выход стол за несколько минут уходил в точку. Это вот внук. Папу я не показываю принципиально. Папа круче, чем друзья. Значит, это вот у него там на одной ноге желтый газон, на другой ноге такой красный, круглый красный, необычный красный. И тут еще один пескун тоже вот этот, да, как бы у нас в русском вот этот беленький. Это от стариковского сына, вот папа, который через 3 года прилетел, и вот там мама. Я сейчас поставлю на паузу. А, ну, 5:30-31 сейчас. Время ну, без 25 уже 7. Даже к вечеру такая жара у нас стоит. Ну, просто завтра утром, скорее всего, этих голубей заберут уже для Жени, поэтому ну, придется вечером показывать, не с утра. Я сейчас поставлю на паузу, выйду и выпущу, и посмотрим, что они покажут. Так что, друзья мои, вот Миша. Вот, начну потихонечку показывать. Сейчас я поймаю. Вот это значит, вот он. Ну, вставка у него белая на хвосте. Его, это скорее всего должен быть голубь. Надо будет порвать. У них по одному кольца на ногах. Вот с такой, ну черно-желтой шея. Вот с ним надо будет. Из этой же серии. Назло ни разу даже не сыграл. Засранка. Как тоже бывает. Я его покажу еще, тебе покажу. Не буду на это время тратить, а то пока, она пока дикарем лезет. Значит, это вот это. Значит, тут. Значит, от этих, ну вот, у них, ну как бы, брат с сестрой будет, один там пёрый шейка. А второй, вот этот, белокрылый. Она сама даже выскочила. Не дает мне. Второй вот этот. Так, значит, тут. От кофейного внука, не знаю, кем он, может, голубем будет. Тоже из молодежи, тоже уже бой перед. Так, вот тут чистый белый, желтые и красные кольца на ногах. Это от красноперой шейки внук получается. Красноперой шейки. Что-то ветер их туда давить. Это значит от стариковского
сына белый, так и господи, чуть-чуть меня сейчас линяет. Это апрельский. Это должна быть голубка. Дикарь непонятно. Вон черненький аж поворачивает. От кофейного. Значит, от депутатской дочки такой буреньким хвостом. Она сейчас бьет, падает, бьет, они выравнивать будут бой. И этот, ну я часто про бойных голубей рассказываю, значит, голуби, прямо красавец. Шумахер. Да. Скорость не рассчитал. Значит, пискуны, которые бьют именно в этот столб, у них, когда они начинают брать бой, идет остановка и падают жопой вниз. Они могут там очень длинно падать. То есть потом, когда они выравнивают, вот это падение превращается в вертикальный верх. Это вот второй кудулчик, это тоже бой сейчас. Что-то дикарем идут, непонятно что. Где-то копчик стоит, что ли? Да, и вот это сейчас ленивица. Кудулчик вот этот. Вот ленивец сейчас. Хотя я его гонял, показывал. Сейчас какой-то момент пошел. Бывает такой, что в момент линьки, ну те уже как-то поперли, бывает момент линьки, они ведут себя неадекватно. Бой могут в этот момент испортить, да, вот что-то лодерный сейчас. Что-то сейчас лодерный сейчас. Наверное, ну эти как-то поперли, я пойду сейчас того подниму, чтобы он пошел. Да. Что-то погода реально не дает толком. Не, лодерный читон опять. Я его сорвал, он все равно идет. Все равно идет. Даже сейчас туркует он. Маленький. Остановка, и вот останавливает и на хвост падает, то есть на жопу падает вниз. Тоже там другой так же. Блин, да ну иди, что ж ты под ноги падаешь. А вот перка, я его хотел снимать.
Наверное, когда вначале поднимал, она не показала большого. Закон подлости, хрен с ними же, на ту сторону ушла, сейчас это делаю. А вон, по-моему, где она. Не, она что-то летит сегодня дикарем по полной. Что-то заметила она. Летит отдельный дикарем. Вот, вот там. Там вот по барабану. Этот вот даже немножко, хотя летал он, хорошо летал, и было все отлично. Сейчас вот линька пошла, но как будто подменили. Раньше возьму, выпущу. Да, чуть постарше, она жестко сразу будет показывать. Вот это то же самое, ну даже хвост молочный, маленький. Сейчас я потяну, чтобы видно было. Молочный хвост маленький, тоненькие перечки еще. Из этой же, этот на чуть-чуть старше того. Того я что-то не цепляю. Тоже одиночка. Сейчас еще будет прикольно, если этот ничего не покажет. Так, куда ушел тут время? Ну тоже дикарем пошел. Ну то, что я говорю, профессора. Профессора, это не просто так. Вот так, да. Она сейчас хоть. Кто-то малейшего видит, они ну, сходу готовы там, не знаю, очень многие как бы недопонимают, о чем речь идет. В общем, хотя им кажется, что они все знают, куда я его потерял опять. Хотя. 2, 6, 8, 9. Я его потерял опять. Я его потерял. Не могу находить. Сейчас найду, покажу. Ну, по-моему, он. Или не он. Да, вот она. Вот она. Вот, она. Вот. И винтом уходит. Точно так же и второй делает. То есть как бы я этих уже проверял. И он там. Красава. Точно так же, как это, да? Одиночка на машине. Ну, никогда не летают они в стае. Могут так прибиться к стае на несколько секунд и уйти по-своему. Ну, как бы так, дорогие мои. Вот он, выход какой выдергивает. С пушки выстреливает. Тот на вот это яйцо я подложил под других, с под этой пары, да, ну неделю-две раз расхождение. Вот это одна голубка, вот это останется для меня, для пороки как бы. А там будет уже. Блин, ну нету обзора, ну нету. Вот все есть у кого-то. Вот видите, какой выход дает. Да блин, что ж такое. Они в один момент вот нас спину тянет и выкручивает. В один момент будут крылья разбивать, потому что это еще пискуны. Еще пискуны. Ну сейчас отделится один, будет летать. Пискуны, которые еще
150 раз будут выравнивать. Но, дурин. Не знаю, камера передает, не передает. Выходы какие-то. Да что ж ты, блин, я вместе с ним вращаюсь. Очень быстро, хлестко, жестко. Вот такой у них и стиль полета, и это поэтому копчик даже не пытается атаковать. Кстати, у Жени, он живет в самом лесу тоже в Москве, ну, Подмосковье как бы. У него тоже хищники прямо туча. Ну, что-то жалуется, говорит, куда они ушли. Их не видно. Их не видно, аж скучно стало. Скучно стало. Короче, ну копчики не такие. Ну что вышло, уже 21 минута. Ну, думаю, достаточно. Ну, а ты разочек потянешь? Тебя зацепит дурень. Все, достаточно. Удачи всем вам, друзья мои.